Добрый день, дорогие друзья, с вами Викана. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Ибо много всего интересного можете пропустить. Буду признательна за обратную связь, если поставите какие-то лайки, действительно, напишите комментарии. Любые расклады, которые я вам показываю, вы можете заказать у меня в личном чате. Все контакты у меня под видео есть. Пишите смело, Viber, WhatsApp, только не звоните, потому что я могу делать консультацию, быть занята. Отвечу всем, всех вижу. Всех благодарю за обращение, кто у меня постоянно заказывает раскладики. Наступило лето, тепло, уже даже жарко вот в нашем крае, где мы живем. И поэтому пора заняться фигурой. Способов сейчас очень много похудения, реклама большая. Были бы деньги, как говорится. Ну вот как похудеть, и вроде страшно, да, с одной стороны, все на себе же не попробуешь. А то ты пробовала худеть, но не получается. И поэтому на картах Таро я могу показать вот такой расклад, как можно посмотреть, как можно похудеть и какие способы для вас более подходят. Кому это интересно, вы можете подключиться к этому раскладу и посмотреть на себя. Кому-то нужен будет индивидуальный расклад, обращайтесь, я его сделаю. Потому что, конечно, шутки со здоровьем плохи, так сказать. Поэтому надо как бы интуитивно определиться, что же все-таки вам более подходит. А карта Таро – это такой магический инструмент, достаточно интуитивный, по которому вы можете получить ответ на свой вопрос. Так, не будем тянуть долго, как говорится. Сейчас я начну показывать расклад. У кого есть желание, подключайтесь, посмотрим. Итак, сам расклад я буду по одной карте ложить. Не буду я весь расклад, сразу расклад. Мне что-то так как в последнее время стало удобнее. Вот давайте начнем таким образом. Как похудение скажется? Вот если вы решите худеть на будущее. Кто-то, может быть, уже пробовал худеть, себя видели в зеркало, а кто-то еще не пробовал худеть, просто набрал вес. Кто-то после родов набрал вес, а кто-то в связи с каким-то там лекарственными препаратами. Поэтому, в принципе, людям неизвестно, что же будет дальше. Поэтому давайте посмотрим, как на вашем физическом может отразиться на физическом самочувствии. Буду открывать по одной карте. На физическом самочувствии вы можете себя чувствовать очень комфортно, когда похудеете. На физическом самочувствии фигура будет прекрасна, вы будете довольны. И будет такая вот у вас бабочки в животе, будет очень хорошо, легко вам сразу станет. Карта очень хорошая, кстати. На психологическом состоянии открываем карту. На психологическом состоянии вижу аркан башни. А в данной позиции этот аркан, кстати, очень хороший. Почему? Потому что психологически разрушатся все ваши стереотипы. Вы можете покупать новую одежду. Аркан разрушения – это то, что старые уходят, приходят новые. Вы можете, покупать новую одежду, новые знакомства, может быть, новое продвижение по карьерной лестнице для кого-то, потому что похудение играет какую-то роль в карьере. Можете встретить молодого человека, либо мужчину, изменить свою личную жизнь. В общем, поле деятельности непаханное, на том, что у вас ваша жизнь изменится, это точно. Аркан башни это нам показывает. Внешний вид, посмотрим. Десятка пентаклей. Внешний вид, я вижу то, что десяточка пентаклей показывает. Сундук наполнен пентаклями, они с него уже сыпятся. И внешний вид – это переход на другое состояние. Внешний вид вам тоже понравится. Почему? Потому что наконец-то вы этого дождетесь. И внешний вид у вас кардинально ваш тоже изменится. Изменится в лучшую сторону. Почему? Потому что мазь пентаклевая, мазь хорошая и фундаментальная. Если бы была мечевая мазь, да, можно было бы говорить, о том, что не понравится мне все это дело. Внешний вид может подурнеть, человек может. На внешнем виде здесь все карты достаточно прекрасные. Далее. И все-таки, вот какой способ подходит? Мы внешний вид посмотрели, физическое самочувствие мы посмотрели. Теперь нам нужно посмотреть, какой же все-таки оптимальный способ вам выбрать. Все карты подвину немножечко.
Далее. Продолжаем. А следующую карту я достану такую. У меня здесь колода, я буду ее держать, сразу будете видеть, что я карты не подкладываю. Потому что некоторые думают, что я там могу, может, карты подкладывать, либо менять. Нет, вот у меня колода здесь. Физические нагрузки. Может быть, вам заняться, делать упор на физические нагрузки. Четверка жезлов. Вот сюда мы отложим ее сейчас. Я сейчас выложу все вот их теперь, потому что мы это посмотрели. Далее. Психологическое воздействие. Это может быть кодирование, какие-то там иглоукалывания, что-то типа того. Потому что есть люди, кодируются. Потому что ходят к психологу, да, какие-то тренинги проводят. Далее. Диета. Ограничения в питании, сбалансированное питание. Использование фармакологических способов, еле выговорила, таблетки. Потому что здесь, может быть, вам подойдет все. Бывает комплексное похудение, а бывает похудение индивидуальное, только одним способом. Сейчас мы это выявим. И еще одну карту достану. Оправдаются ли ваши ожидания, связанные с похудением? Ну, просто потому что оправдаться или не оправдаться, я вижу вот эту карту семерка жезлов. Семерка жезлов говорит о том, что ваши-то оправдания оправдаются, вы добьетесь того, чего хотите, но кому-то это не понравится, вам придется держать оборону и защиту, защищать свои, как говорится, интересы в этом. Может быть, знаете, мужу не понравится, либо любимому, потому что мужчины, как правило, бывают, любят полненьких, да, или такие, какие вы есть. Мужчина скажет, ну, ой, мне это не хочется, или мне это не нравится. Так тоже может быть. Поэтому вот конечную карту сразу задаю, что связано с похудением, для чего я это делаю, чтобы вы как бы эти все методы посмотрели. Извините, мне сообщения идут. Все эти методы посмотрели и понимали, что в любом случае, как бы вы ни худели, есть противники вашего похудения будут. Итак, что мы смотрим? Физические нагрузки. Да, физические нагрузки вам показаны. Но вопрос в следующем. Я вижу, что вы одна-то все не сможете ими заниматься. Почему? Потому что здесь карта семьи, я смотрю. Это вам в плане того, физические нагрузки, это прогулки с ребенком на природе, с собакой. Вот такие физические нагрузки. Семейные такие. Не индивидуально в спортивном зале, а желательно, конечно, их применять вместе с семьей. Таким образом, потому что спортзал, может, там отшельник бы сейчас какая-то другая карта бы вышла. Здесь я вижу, что у нас показывает это такой семейный отдых, вылазки с семьей. Не покидать там семью куда-то уходить, да, а то, что приглашать ребенка побегать с собой, мужа с собой вовлекать. И это вам даст дополнительный такой комфортный. Почему? Потому что здесь будут вовлечены все, и люди будут понимать, в смысле, ваша семья будет понимать, что мама это полезно делает, и всей семье будет полезно. Тем самым вы еще привлечете, возможно, своего мужа, либо там любимого парня, да, либо еще кого-то вовлечете в этот метод, и вам будет не скучно, потому что очень многие люди бросают физические нагрузки, потому что им грустно, либо скучно. Если у вас нет мужа, нет детей, вы можете также по этой карте привлечь свою подругу, либо еще кого-либо, но это для вас точно это не индивидуальные занятия. Я думаю, что они вам могут не помочь. Индивидуальные занятия. Далее. Психологическое воздействие кодирования не подходит стопудово, потому что здесь я вижу карту «Мимо пальцев сыпется пентакли у человека». Это значит, что это все будет мимо. Это бесполезная история. Не поможет. Далее. С диетой надо быть очень осторожными. Почему? Потому что это аркан справедливость. Справедливость показывает это равновесие. Почему? Почему? Потому что если вы убираете какой-то один продукт из своего рациона, вам обязательно нужно его взаимозамечать. Не обязательно пить только воду целыми днями, сидеть на одних овощах. Питание должно быть сбалансировано. Маленькими порциями, соответственно, что-то убираете, а что-то дополняете. Нельзя убрать просто 50% продуктов, к которым организм ваш привык, из вашей диеты. Этого делать нельзя. И поэтому то, что уходит, должно прийти.
вот на тарелочке там убрали, например, кусок мяса, положили огурец, либо убрали там какой-то один ингредиент, убрали там белки, но добавили какие-то там еще углеводы, либо что-то там сбалансированное питание должны понимать. Потому что есть люди, просто худеют, наполовину обрезают питание, организм, он хочет кушать. И если он хочет кушать, у нас есть вкусовые рецепторы на языке, и они просят и сладенького, и кисленького, и солененького. Здесь как раз эта карта показывает ровная балансировка. Все, что просит, понемножечку даем, ничего себе не отказываем, но едим уже так достаточно сбалансированно. Что-то убрали, что-то добавили. Использование фармакологических, извините, опять я говорить не могу, способов, лекарств каких-то, фармакологии, да, это тоже приветствуется. Ну, я так думаю, что здесь у нас чаши, это значит какой-то чай, какие-то напитки, нет таблетки ни в коем случае, потому что чаши показывают напитки всегда. Сейчас их великое множество, какие-то травы можно заваривать, какие-то чаи можно заваривать, все что угодно, только не таблетки. Таблетки здесь не подойдут. Вот такой расклад я вам показала. И то, что ваш результат, у вас найдутся те, кому это не понравится. Но вы, думаю, отстоите свою точку зрения, чтобы вам комфортно в этом теле, вам приятно в этом теле, что вам других, как говорится. Самое главное, чтобы ваша душа была спокойна, и вы видели прекрасное отражение в зеркале. Так что, мои дорогие, желаю вам приятного лета, хорошего отдыха, достичь хорошей фигуры, войти в свою форму, если вы немножко вышли из нее, съездить в отпуск, отдохнуть и позитивно провести все лето. Вот такой расклад был для вас. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал. Буду признательна, если получу от вас обратную связь, лайки, либо какие-то комментарии, кому понравилось, кому не понравилось. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить, еще раз повторяю, что-то интересненькое. Мои контакты все под видео увидите. Всего доброго. До связи.